gefunden, weil ich habe ein Problem. Ну и тут не то. Вот еще, конечно, мурат бы добить как-то. Как же он не то денек падет или еще что-нибудь. Да не, ну тут уже сильно далеко туда. Каких же нет, непонятно, что там, как там. Уже не видно. Зондор. Это даже по названию Зондор. Хотя это, ну, фиянский, это хинья. Розовый фиян. Ну, нам сюда еще какой-то смысл не справился. Да? Но здесь мы не собирались особо самоправлять. Если бы здесь взять сектор Шидиана и зайти во фланг на прессона, забить торонкой. Но это очень долго. И сильно далеко. Тут если нету базы в центре линии пола, то это все. Только удар этот. Ну, солнце тоже надо было подкрепить, уже сильно много было. Такая веселая, веселая. Один резак и другой резак, пару резаков, так далее. Какие-то 45 тысяч, 130, ну а 170 там, значит, набрали, да. Да у нас, кажется, 180 точно же тут. Персонажа ничего хватать уже не надо. Возможно, вот это знание технического еще только и получить. 7800 далековато. Как на векторгуле, 7800, да. Маневренность 9200. 7800 это уже 1400 разница, а у нас только 2400 против. Как бы лидер свой. Вот ас. 177 очков. Звание раньше максимальное получится все. Даже середина там. Уже в начале середины. 3014. Эктогенный заход, у нас пизотронный заход. У нас вот это электронный резак, пизотрон. Ну, то есть то же самое, если захват. Мини-размерная цена поменьше. И все на цену 16. Ну, под 90 еще заход. Будет больше денег, можно заморозить. Громадрон. 27. 25 неразмер, ну тоже. Но это же чтобы скорость была. Так хоть скорость 598, 600 миллионов. Где-то. Ну, когда не нагружен. То ракетомет, ракетон. Ну, более мощным пользуемся этот так. Плюс 598, так 604 скоро. А резак дает 605, резак больше 10. Так это 17,22 обычно-то. Средний это 42 мог быть. Ну, средний, ну и маленький. Это маяк. Только на единичку.
энергия до 891-го можно призвать. Буду сказать. Терминатор. Остался там, где военная база, которая обгрызена. База не обгрызена. Что так дорого? А. Ну, 300 хп из 2000 на обычную. Ну, это сейчас 1700. Знание техники. Это какая техника? Да он как? Все, при 2700 выдержат какие-то атаки. Ну, это критически. Если у нас было еще плюс, то можно накинуть, а то... Потому что потом больше накидать будет нечего. Потому что на другую базу. Или тут 80... 60 маневров. Ну, суммарно 80. Точность 20. Это сюда накинуть. 3800. Так тут что-то да набрать, так 3800. А, ну или где военная база, или он на аннигиляцию выжил. Даже в нашем случае 1500. Ну, забудьте. Дроид быстрее. 10 туров. Почти не так, да не то. Ну, если вне боя, это не то. Что генератор такси. Вот и база, вот 40 это мёса подтягивает на себя. Надо было посмотреть. Шаракеши. МГРС. Где мы есть? В основном, да, каких больше там планет тех, и смотрите, за них обратно. Три истребителя есть. Сафрон. Это не значит, куда-то летят, но Сафроне снизу. Перена. Дугальцы и Малакай. Куда они летят? Троскос надо будет, да. Арц. Арц опять. А не, ну пару есть. На арц. Четыре актаирна. Пара улетает. Пхенек пара. Зави. Зави. Шесть на три улетает. ХЗ. И на ХЗ кто-то не рванули. А нам на базу надо отвезти этого. Двадцать первое. Четки грядут. Акхара. Освобождение системы Акхара толпа. Где Акхара? Вот. Да нахер это вообще просто выкидывают истребителей. Ничего нам не принесет вообще. Если там случайно нету, ну, никого или мало их, то может быть, без, зачем без денег было, смысл твоя хата. Это можно даже не смотреть. Ну, заготовиться пару, уже они опять Миновер или Регулуса.